Мы сейчас находимся в зоне хранения бакалеи. То есть вот когда мы с вами были в зоне приемки, там мы посмотрели, что продукция качественная, документы все оформлены, все хорошо. На каждую продукцию вешается, на каждую поступающую партию оформляется вот такой партионный ярлык. То есть тут пишется наименование, изготовитель, сорт, ну и все количество, когда приготовлено все. Для чего? Чтобы потом можно было опознать, какая партия, откуда, кто производитель, и здесь он уже хранится. Хранится, в принципе, у нас не сильно большие запасы, в среднем у нас трехдневный запас получается. То есть идет освежение продовольствия, скажем так, раз в неделю. Температура хранения здесь получается у нас до 20 градусов. Вот у нас есть здесь вот прибор, называется психрометр. Здесь мы видим сухой термометр и влажный. То есть тут заливается вода. И то есть сухой термометр — это у нас с вами реальная температура в помещении. Влажные, разность помещений, разность этих температур, сухого, влажного. Вот специальная таблица, и мы с вами определяем влажность. То есть персонал следит за соблюдением температурно-влажностного режима. Температура у нас отмечается, есть специальный журнал, там это отмечается утром и вечером, два раза в сутки.